знаете как, Наталья, специально, чтобы вы, так сказать, окунулись, мы привезли. Мы сейчас поедем, и я вам буду рассказывать все, и как потихоньку все расскажу. Да, замечательно. Он также работал, они также там запах бензина чувствовали, и вы сейчас можете прокатиться. Назовите мне хоть одну вещь, вот, с которой вы можете погрузиться в историю. Так. Вы скажете автомобиль, да? Но смотрите, автомобиль, он вот там не видно двигателя, а тут все видно. Видно сразу, что такая какая-то крутая вещь, да? А если бы этот Ariel каким-то образом попал сюда, в Россию, например, в годы войны, то бы за него просили сколько стоит? Миллион. Ну, как бы миллион и миллион, да. Сказать, что их и не так много вообще в мире осталось, хотя их было в свое время много сделано. А в России-то вы и не будете возможности даже видеть, потому что не прокатились.